часовой стрелке, бери такой же блок и перетаскивай. Семилетний Максим Аверин обожает собирать конструкторы Лего. Дома накопилась уже целая коллекция игровых наборов. Казалось, его уже ничем не удивить. Но педагогам техношколы это удалось. Мне понравилось программировать, но у меня вообще нет там таких конструкторов. Первый урок прошел на ура, а это значит, занятие не последнее. Ему очень интересно, он сидит, улыбается, радуется. Мы планируем сюда записаться и будем здесь учиться, видимо, дальше программировать. Попробовать свои силы в техническом творчестве мог любой желающий. Мастер-класс по робототехнике многим пришелся по душе. Придя сюда, я так думаю, что мы первое удовольствие получили, и нам очень понравилось. В дальнейшем будем пытаться пробовать себя. Лего развивает моторику, развивает ум. Я думаю, что это необходимость в современном мире, тем более для нас это дополнительная мотивация для развития зрения. Показательные уроки проводили в Центре молодежного инновационного творчества «Техношкола» в рамках Дня открытых дверей. Базой для занятий стала площадка в креативном кластере «Стачка», что находится в Орехово-Зуеве. В этот день от посетителей здесь не было отбоя. Робототехника, программирование, моделирование и арт-творчество. Мастер-классы проходили по всем основным направлениям работы техношколы. Инновационные занятия увлекали не только подростков, но и дошколят. Если там 5 лет назад дошкольник в робототехнике, программировании, это было сложно представить, мы разрабатывали курсы, мы делаем более простую программу для того, чтобы даже дошкольники могли через формат игры, через какие-то другие подходы, они начинать самые-самые азы робототехники поднимать. В виде интерес ребят в техношколе решили увеличить список образовательных программ. Теперь здесь появились уроки по 3D-моделированию и старшим языкам программирования. Открылись дополнительные группы по робототехнике. Стать учащимися техношколы могут ребята от 4 до 14 лет.